Говорят, мастера меча помнят 20 лет после кончины. Это должно звучать лестно. Но больше походит на проклятие. Меч «Зеленая судьба» был утерян много лет назад. Не утерян. Спрятан. Он действительно обладает силой. В должных руках. Научи меня. Еще раз. Еще раз. Слушай разумом. Фильм компании Netflix. Итак, Айдай хочет меч. Не просто хочет. Он его получит. Этот дом утонет в крови. Что с ним будет? Они с мальчишкой неким образом связаны. Войско выйдет сегодня. Как только меч попадет к нему, всех нас ждет большая беда. Идем со мной. Меч и мальчишки! Твоя жизнь в твоих руках! «26 февраля». Продолжение легенды. Я вижу тьму в ее глазах. Какой пыл в столь юном создании. Крадущийся тигр, затаившийся дракон. Меч судьбы. Смотрите 26 февраля.